день. Это будет 6-й. Как романтично. Остин уже в саду. И пришли гости. Кэтрин, привет. Не ждал, что ты придешь так рано. Фестиваль же будет только вечером. Я так волновалась, что даже сон не шел. Всю ночь ворочалась, думала, как там наш Мендели мисс. Не волнуйся, он в порядке. Как раз собирался с утра пораньше доделать постамент для него. Как король на троне. Ну, давай. Вау. Неплохо получилось, да? Но, кажется, чего-то не хватает. Может быть, света? Точно, я как раз хотела сделать пару кадров, когда он будет зацветать. А для хорошей фотографии правильный свет самое важное. Сделаем на постаменте подсветку, и тогда можно будет впечатлить рождение нашего шедеврального цветка даже без вспышки. Здорово, а я займусь декоративными кустами в саду. Сынок, ты уверен, что все правильно подключил? Этой проводки немало лет, может, все же вызовем электрика? Не волнуйся, папа в институте дворецких и разбирал розетки с закрытыми глазами. А вот-вот. Не все так легко. А вот собрать розетку у меня получилось нелегко. Да, звонит Джебу. Сейчас придет, все поладит. Все сделал так быстро. А выбирать. Ну все, хорошо. Может быть, сперва можешь посадить кактусы? Боюсь, что одна я не справлюсь. Очень они колючие. Ну, что мы будем делать? Кактусы. Давайте фонарь повесим. Красота. Ну вот теперь и в оранжерее есть достаточно света. И в саду же даже ночью не заблудишься. Посмотри, если солнце цветет с минуты на минуту. Невероятно, у нас получилось вырастить самый редкий цветок на земле. Да, побегу за фотоаппаратом. Просто обязан это заснять. Только быстрее, Остин. Мендельсон будем снимать в следующей серии.